очень хорошие. Мы играли против опытного соперника, который был на год нас старше. В первой игре они паковали очень сильно зону, и мы туда лезли. Во второй игре мы сделали выводы за 12 часов. Наши тренера проанализировали игру, мы сделали разбор их игры и нашей, сделали определенную тактику. Ну и на вторую игру уже вышли поувереннее. Первые две четверти играли хорошо. Ну, в конце, конечно, задавили быстрым отрывом. Сегодня мы доставили колоссальные проблемы сопернику, особенно да, первые три четверти. Буквально до 29-й минуты там было меньше 10. Разобрали, да, ситуации, в которых мы добивались результата в прошлой игре, да, и сейчас использовали это больше. Следовательно, сопернику было намного сложнее защищаться против нас. Но и также мы в защите подкорректировали, увидели, что, к чему они не готовы, и били в эти слабые места. И ну, на этом фоне неплохо смотрелись. Вот когда мы были на сборах, это на самом деле был очень хороший месяц. У нас был один общий интерес — это спорт, баскетбол. То есть это уже не как команда, а как семья родная. То есть мы очень сильно сплочились все. Конечно, мы не смогли реализовать все, что ну, нам давали коучи за этот сбор. Но мы еще сюда вернемся и постараемся все реализовать, станем более опытные. Хороший опыт для ребят. Это первый, я думаю, их опыт на таком уровне с командой, которая готовится к Европе и на год старше. Я думаю, что они вырастут за этот период очень сильно.